хотелось его сделать прям вау. Прям что-то такое необыкновенное, что было. И у меня была прям такая детская мечта, если так можно назвать, чтобы у меня в клипе был вертолет. Но не просто, чтобы он там стоял или еще что-то, а прям чтобы мы могли там на нем полетать, это поснимать. То есть, чтобы было какое-то движение. Что не шло по плану, оно перешло в новый план. И действительно, мы очень сильно счастливы на данном этапе, так как это действительно большая ответственность и большой проект, так сказать, Кристина нам доверила такой проект, и мы хотели действительно выложиться на все 1000%, вот, и я считаю, что мы отлично справились с этой задачей. Больше месяца назад я думаю. Да, обговаривалось, до этого все готовилось, там, не знаю, сценарий писался, там, да, да, сценарий, раскадровка, расходник, там, вот это все, договоренности с локациями, это все время занимает, а именно непосредственно к проекту, чтобы все собирать в кучу, последние 2 недели команда собиралась. То, как проходили наши съемки, я уже вам в глаза говорю. Я сама недавно поняла, что если тебе это не нравится, у нас хладно, закрывайте дверь. Съемки были на выживание. Мы не спали 3 дня. И причем я занимала такую должность, что я могу там, я пофоткал, а ты иду посижу, посмотрю. А ребята, они вообще все, особенно Кристина, особенно мага режиссер, просто каждый кадр строят, отрабатывают по 50 раз, чтобы картинка крыла, чтобы все было грамотно. Ребят, нам нужно все вот здесь очистить. Сняли то, что хотели, даже еще больше, раза в 2, а то и в 10. То есть, это закономерно, потому что никто не знал, кто что, какая будет команда, насколько у нее есть возможности. А в ходе работы поняли, что вроде как вообще все, команда четко отладилась сама по себе, энергии слились, и можно, было интереснее какие-то посложнее вещи делать. Так то, что все вообще не хочется, что все получится, так то я вообще начал как-то себя стрелять. Takže o tohle jako kameraman se nestarám. Já se čistě starám, aby to bylo dobře natočený. Neřekl bych unavený s tím, že většinou třeba, co mi jako naše produkce natáčí, tak to jsou delší a náročnější dny, kdy například sněh v tomhle tempu, podobné věci, co točíme takhle 3 dny, tak natočíme většinou během 1 dne s tím, že natáčíme většinou třeba od 6 ráno do půlnoci, do noci. S tím, že oproti tomu, co normálně natáčíme, tohle taky odpočinkový a větší pohoda. Процесс съемки, ты видишь, что все люди выкладываются вот искренне. То есть ты не видишь какого-то фальша, что вот человек пришел, вот типа сделал, махнул рукой, типа и ушел. Все готовы сидеть до конца, все готовы творить до конца. Вот люди такие прям, от них вот светится искренность такая, вот чистота, мне кажется. Но вот такую отдачу, никто, мне кажется, не даст, как наша команда, та, что именно сейчас собрана. Вера была просто нереальная на самом деле. Я очень довольна, что все были довольны, все были рады. Позитивная энергия просто от каждого человека и шла изнутри, так как первый день на съемках, все никто никого не знает. На съемках, когда все встретились, я очень волновалась на самом деле, потому что ты же не знаешь, кто как себя поведет, но я настолько была приятно удивлена, как мы все сдружились и как мы продолжали работать просто без остановки. 12 часов мы без перерыва, вот на какой-то такой легкой волне все и шло, что это было очень, очень непередаваемая атмосфера просто. Пишу песни. Думаю, ого. То есть творческие люди не всегда притягивают. То есть я как бы сама фотографии и думаю, надо поинтересоваться, что же она там пишет.
И я вижу, значит, чем этот человек занимается каждый день. Человек просыпается просто в 6 утра от звонков. Я просто вижу его списки на день, что он должен сделать по пунктам, чтобы просто закончить день, да? То есть, ну, то есть это нереально бешеный режим. И честно, если тебе хоть чуть-чуть не нравится эта сфера, в которой ты находишься, ты просто уйдешь. Никогда не знаешь, кто тебя ожидает, какой заказчик, скажем так, какой, как бы, с кем придется работать, а тут... Очень открытая энергетика, готова к вызовам. То есть были моменты, что ну, можно же что-то попроще придумать и сделать что-то попроще. А нет, она сказала, нет, я выучу, нет, я сделаю. И я думаю, так, все, боевая девчонка, будем, сработаемся. Люди, которых собрала Кристина на одной площадке, это просто... Это единомышленники. Это самое главное, то есть мы сразу сходу, все, каждый с каждым нашел общий язык, потому что все за идею, все за творчество, всем это нравится, что происходит, у всех горят глаза, и ну, все просто вау-атмосфера. Вот я желаю каждому попасть один раз хотя бы на такие съемки, потому что это экспириенс. Вообще-то знаете, что Кристина сама себе продюсер? Сидит, значит, у нас модель, говорит, а чё, покажи, кто продюсер. Говорю, в смысле, кто продюсер? Говорит, ну кто спонсирует? Я говорю, вот перед тобой человек стоит. Он такой, что? Ну да, нет продюсера. Кристина сама себя спонсирует и сама зарабатывает, откладывает всё на музыку и на клипы. Вот такой вот человек, представляете? Кристина нам показала, как можно, как нужно. И... Ребятки, это только начало, честно. Мы, значит, уже в предвкушении. Ладно, шучу, мы не в предвкушении, мы знаем, что еще ждет нас очень много работы. Это только начало, и мы будем стараться топить за Кристину. С Кристиной мы будем поможем, как сказать, чем сможем. Но знаете, когда человек делает, рано или поздно он добьется успеха. Главное делать. Вот Кристина, она берет и делает. Что, почему, как, когда ни лишних вопросов она не задает, она просто делает. Вот ты когда вот делаешь, значит, получится. И у Кристины это получится. И мы все об этом знаем, мы уверены в этом. И с чемоданом ухожу в вертолет и улетаем. Да? Это сделаем в самый конец, потому что мне надо будет записать, да, да. А сколько сейчас времени? 12:20. Ну хорошо, тогда. Это очень прикольно. Вот это я снялся в клипе. А, кшештечка. Что? Ты крадешь? Я. Курва, блядь! Так что, я сниму вратить, а уходит то за тебе. Ясно? А то, то ты за меня аж продал. Всем привет и до встречи. Чизен. И резко, оп, оп, руками, оп. Ого, красиво. Оп, снято.